Уважаемые дамы и господа, рады приветствовать вас на торжественной церемонии закладки памятной капсулы на месте начала строительства здания Белорусского национального выставочного центра. Для нас это важное событие, потому что инвестор, уважаемый господин Алябар, как владелец компании, ну и сама материнская компания Mara Properties, это знаковое событие, наверное, для любой страны, начиная с Соединенных Штатов и заканчивая, наверное, любой из стран, которая бы могла гордиться тем, что инвестор такого уровня пришел в страну. Это одновременно мощный сигнал другим потенциальным инвесторам, которые присматриваются, анализируют ситуацию. Ведь не секрет, что перед тем, как решиться на любой проект, подготовленные команды консультантов изучают не только нормативно-правовую базу, инвестиционный климат страны, какие-то оценки, но и есть ли те люди, которые уже рискнули серьезно вложиться в ту или иную страну. Поэтому с точки зрения наработки вот этого портфеля успешных историй для Беларуси, это событие очень важно. Безотносительно непосредственно самого проекта, который тоже крайне привлекателен и интересен, полезен для Беларуси. Поэтому я, наверное, не переоценю, если скажу, что за всю историю Беларуси это один из самых значимых, если не самый значимый инвестор, который решил реализовать проект, именно связанный с прямыми инвестициями в экономику Беларуси.